Вечером 26 ноября произошло отключение электричества в северо-западной части города Чебоксары на улицах Университетская, Гузовского, Ахазова и Эльгера. На несколько часов жители остались без света. В некоторых домах по проспекту Максима Горького электричество появилось только к обеду среды. Эксплуатирующая организация объяснила случившееся отказом оборудования. Без электроснабжения в минувшую ночь остались многие регионы Центральной России. Причина – мокрый снег, который привел к перебоям с подачей электричества. В Чувашии снег не успел натворить много дел, хотя дорожная обстановка осложнилась. Осадки начались еще вчера вечером. Сначала пошел дождь, затем он сменился на снег. Сегодня утром горожане обнаружили за окном уже небольшие сугробы. Означает ли это, что в регион пришла зима или от нынешних осадков в ближайшее время ничего не останется? Этот вопрос мы задали специалисту гидрометеоцентра. Установление снежного покрова у нас связано с выходом южного циклона, очень влажного, который вот и принес нам осадки в виде дождя, мокрого снега, но и снега. Сегодня небольшой такой перерывчик в осадках, но с завтрашнего дня подойдет опять циклон атлантический и принесет нам опять осадки. Теплый сектор циклона, осадки будут умеренные, опять-таки в виде мокрого снега, снега, ну и может там по югу быть в виде дождя. 1 декабря мы уже ожидаем тыловую часть этого циклона, и там начнется заток холодного воздуха с севера. Температура воздуха немножко понизится, ночью уже до -3-8, возможно, и местами по республике до -10. И днем у нас будет хоть небольшой, но уже минус, где-то -1, -4. Между тем, синоптики сообщают о штормовом предупреждении. Этой ночью и завтра днем усилится ветер до 20 метров в секунду. Возможен туман, ожидается слабая метель, на дорогах гололедица.